Ребят, какая-то ебанина произошла. Я сижу, работаю, и просто начал мечеть и дико валить, причем много в масштабах. Даже Босфора можно посмотреть. Что-то нехорошее, там аэропорт недалеко. Мы ведем прямой репортаж с отдыха в Турции. И сегодня у нас горит гора. 4 вертолета тушат пожар. Можете наблюдать за этим. Чудовищный лесной пожар вспыхнул в Турции, земля буквально горит в провинции Анталия. Полыхают леса рядом с городом Манавгат и расположенным рядом Сиде. Это популярный среди туристов, в том числе и стран СНГ, курорт на юге Средиземноморского побережья. На этих кадрах хорошо видны масштабы пожара, столбы дыма поднимаются в небо, само оно оранжево-багровое. Не курортный отдых, а какой-то огненный Армагеддон. По данным турецких СМИ, все началось из-за пожара на свалке. В Турции сейчас стоит дикое пекло. Температура поднимается до 40 градусов. Вот полигон и загорелся. Впоследствии огонь начал пожирать деревья поблизости и, подгоняемый ветром, понесся дальше, выжигая все вокруг. Пламя приближается к курортным отелям и жилым домам. Жителей и туристов из трех кварталов Сиде уже вывезли в безопасное место. Кое-где огонь даже охватил пальмы во дворах и на прилегающие территории. Пожарные стараются, но пока им не удается остановить огонь. Каждую минуту пламя выжигает метр за метром. Потушить его пытаются всеми силами. В воздухе кружат пожарные вертолеты. А на этом видео российский Б-200 сбрасывает тонны воды прямо на глазах туристов-зевак.
Все это происходит прямо в курортной зоне. Вокруг достаточно оживленная дорога и снующие туда-сюда туристы. Их, кажется, не смущает угрожающая близость огня. Этим кадрам, кажется, вообще все по барабану. Горизонт в дыму, но водичка в бассейне как парное молоко. Так, вот летят самолеты, тушить огонь. Вертолеты. Блин, вертолеты, да. Чего было? Да, надеюсь, все будет хорошо. Вот такое красное солнце уже стало. Для тушения пожара привлекают дополнительные силы. Уже задействованы 2 самолета и 15 вертолетов. Кроме того, с пламенем борются более сотни пожарных. Ситуация остается крайне напряженной. Час. Это не тучи, ни одной тучи на небе. Это все дым. Все дым, 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 дым. Ну, будем смотреть, да, и вон вертолеты одним за другим идут. Сейчас попробую еще добавить. О, видно. Вот один вертолет. Вон, из-за отеля выходит второй вертолет. Жесть какая-то. У людей сгорели дома. Машины, они оставили все свое имущество, просто бросили. Это просто, я не знаю. Нет, нет, давай, 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 поехали. Я буду здесь. Нет!
эвакуации. Плотным смогом затянуто небо. Клубы дыма тянет с разных сторон. Сообщается, что одновременно вспыхнуло сразу 4 очага. Тушение привлекли авиацию, в том числе российскую. Все осложняется жарой в 40 градусов, дождей нет. Несмотря на это, власти уверяют, что пожары не представляют опасности для туристических объектов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, наши соотечественники пока продолжают отдыхать. Никто не выразил желания вернуться домой раньше запланированного срока. Сами россияне в соцсетях активно делятся кадрами пожаров, а также личными фотографиями. Одни, как они сами пишут, решили пережить апокалипсис у бассейна, другие публикуют сделанные на пляже селфи на фоне огненного неба. Анталья полыхает в огне. Вот и как все страшно. И даже солнца не видать. Ну вот наш пожар. И если посмотреть дальше, там еще явно какой-то один очаг. Отдыхающим в Турции сейчас также крайне важно строго соблюдать и защитные меры из-за коронавируса. В стране резко растет число инфицированных. Впервые почти за 3 месяца за сутки заразились более 22 тысяч человек. О новых вспышках заболеваемости принято. Аяклармыз yanıyor. Biz artık evimiz yandı, bitti. Наш дом сгорел, наш скот пропал, сгорело 4 или 5 автомобилей. Neyimiz varsa gitti. Я потерял все, моя машина сгорела, я не смог ничего спасти, пожар вспыхнул очень быстро, нам пришлось бежать, а сейчас мы вернулись. У меня здесь были полки, стиральная машина, холодильник, огонь. Все уничтожил. Я построил этот дом в 1982 году. Это наше единственное жилье. А теперь у нас с женой осталась только одежда, в которой мы сейчас. Слов нет. Что мы можем сделать? Мы ждем помощи от правительства. У нас нет другого выхода. Я пенсионер. У меня только ежемесячная пенсия. Больше ничего нет. Benim tek derdim canlar. Меня беспокоят только эти животные. Если бы я умер, это не имело бы значения. Когда нашу деревню эвакуировали, я не мог уехать. Я предложил родителям остаться. Я спросил их, если мы умрем здесь, мы умрем вместе с ними? Они сказали да. И так мы остались. Они невинные создания Бога. Я хочу, чтобы они выжили. Мы назвали его чудо. Позже нашли второго, еще одно чудо. Я на 7-м небе от счастья. Я даже на какое-то время забыл, что потерял скот. Они тоже были живыми существами. Они были для меня всем. Они мои дети.